В Афипском доме культуры завершился ремонт. Отремонтированы фойе, кабинеты кружковой работы, коридоры, хореографические классы, система отопления и многое другое. Это стало возможным благодаря государственной программе развития культуры. Всего на работы выделено более 6 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов. Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил Дом культуры и оценил ремонт. Пусть атмосфера творчества, которая наполнена стены этого прекрасного Дома культуры, пробуждает в людях все самое лучшее и светлое. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, Рождеством. Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, неиссякаемой энергии, много радостных и светлых дней. С наступающим Новым годом, с праздником. На ваших глазах преображается наш Дом культуры. Сделали зал, сделали кабинеты, сделали танцевальный зал. Все это на ваших глазах. Все это делается для наших деток и для вас. Также глава муниципалитета поздравил директора Афипского дома культуры Игоря Дубина с присуждением звания заслуженный работник культуры Кубани и вручил ему нагрудный знак.